ты чё стоишь, браво? Ты чё, блин, вообще спятил, что ли? Там работа кипит. Ты стоишь. Как ты мог? Ты столько времени потерял зря. Ему стыдно стало, посмотрите. Ты ж маленький говнюк. И всем привет, друзья! С вами Корвит, мы находимся в Castle Story. Будем продолжать сейчас отбиваться от каменных врагов, от непонятных каких-то существ. Вот, повышать наш уровень, нанимать новых пузатиков. У нас их уже 10, это здорово. Вот, крафтить, что-то делать, к чему-то стремиться. На самом деле игра постоянно меня удивляет. Она просто обалденная, просто шикарная игра. Это мы удалить, чтобы они там не лазили. А то мало ли что, знаете ли, всякое бывает. Так, берем, значит, каменные блоки, строим их вот здесь. Восстанавливаем, как бы, эту небольшую нашу стену. Я бы вообще хотел ее сделать еще больше. Вот, хотел бы сделать ее еще больше. Но ребята пишут, что если ломают нижний, то, типа, вся стена падает. Я не знаю, правда ли это. Мне хочется, если честно, проверить это на собственном опыте. Так, давайте-ка вот это... А, вот здесь еще вот эти пеньки мне что-то там говорили, да, как там можно убирать. О, это вниз можно выкопать вниз, нифига себе. Нет, такое мне дело пока не нужно. Так, это убрать, да? Construction. Ребят, я не знаю, как убрать эти пеньки. Вы мне просто писали в комментариях, что типа эти пеньки можно убрать каким-то образом. Каким образом их убрать? Блин, я что-то как-то не могу понять, если честно. Так, надо вам найти работу, да? Давайте, шахты надо делать, надо копать, надо выкапывать, прокапывать. Давайте вот начнем, наверное, с вот этой горы. А, новое задание делаем. Шахту, туннель. А, с вот этой стороны. Начинаем тогда вот здесь копать. И вот в ту сторону, да, вот так вот. Выкапываем всю эту гору нафиг. Применить, окей. И с этой стороны тоже рядышком, я думаю, что можно сделать туннель. А вот здесь, вот так вот. И также в ту сторону вот так вот его прокопаем. Вот, пока два туннеля, я думаю, хватит. 4 человека там, 4 человека там. Еще 2 человека у меня свободны. Они, я думаю, будут что-то таскать. Хотя, не помню, ничего не таскают, они вообще ничего не делают. Много этих каменных блоков у меня. И, блин, надо что-то с ними делать. Надо как-то строиться. Давайте сделаем еще один уровень. Вот так вот, в высоту. Я бы очень хотел посмотреть, будет ли от этого какой-то толк. Вот так вот. Вот так вот сделаем стену двойную. Здесь вот так два блока. И вот так вот по еще одной лесенке поставим. Вот, вот так, все, здорово. Нажимаем применить. Просто я не то чтобы там брезглив на ваши советы, да, так скажем, но мне лично хочется все проверить на своем опыте. Действительно ли так? Действительно, если, допустим, сделать 3 ряда, они, допустим, сломают вот этот блок и здесь... как бы весь этот ряд посыпется. Просто это очень хочется узнать именно самому, приняв в этом, так скажем, непосредственное участие. Вот. Это здорово, в принципе, именно из-за этого я и играю во все эти игры. Очень хочется все так сказать, глянуть на своей собственной шкуре. Блин, надо, наверное, сделать еще одного лучника. Ребят, давайте сделаем еще одного лучника. Я думаю, не помешает. Или мага можно было сделать еще одного. А можно и мага, и лучника сделать. Тоже, почему нет, да?
Давайте сделаем зеркало, стекло или зеркало, что это? Glass, по-моему, стекло. Да, Glass у нас стекло, Mirror, зеркало. Так, скоро на нас нападут, поэтому берем наших толстячков. Превращаем их в лучников, рыцарей и так далее и тому подобное. Так. Тебя. Лучник. Блин, как же здесь не хватает паузы. Просто нереально. Вот так вот. Отлично, все. Все у нас готовы к войне. Вон они снизу нападают, гады. Полосатые. Все идем на стены. Ах ты ж зараза! Тут какая-то насыпь, и они лезут сверху. Вот это да. Вот это поворот. Отойдите с лестницы, вы что там встали, блин? Воу-воу-воу, ты куда вылез, дебил? Все валите назад, все обратно. Давайте. Ух, блин. Жесть, чувака этого почти убили даже. Бум-бум-бум, всех убили. Опа. Да, в принципе, лучники вот вместе с магом, ну, довольно быстро их все раскидывают. Так, обратно, ребята, не вылазите туда, не вылазите. Их надо выманивать на лучников. Лучники из них сделают сразу омлет. Вообще без проблем. Так, с этим разобрались, теперь разбираемся с вот этим. Хватит разрушать мою стену. Так, ну все, ребят, я думаю, что вы больше не нужны. Идите, сдавайте свое амундирование. Сюда один. Маг тоже пускай идет, сдает. Ну и наши рыцари. Звезды наши. Так, все это дело сдаем. Блин, очень много камня валяется. Хотя, в принципе, у меня камня как бы здесь довольно много и так. Я думаю, что с камнем пока проблем точно нет. Его добывают в горах, его огромное количество. Дерево мне пока не нужно, так что я думаю, что все пока в порядке. Все пока норм. Мага делают, да? Не хватает, по-моему, стекла. О, сделали вот эту штуку. Давайте посмотрим, что здесь. Капкан и... О, арбалетчик, нифига себе. А что такое кокс? Два кокс надо. Давайте сделаем. Блин, арбалетчики, наверное, вообще сильные, да? Если они, получается, в самой последней вот этой вот... в самом последнем воркбенче, то, скорее всего, они довольно сильные. Возможно, что даже придется поменять всех моих... Ты чё стоишь, браво? Ты чё, блин, вообще спятил, что ли? Там работа кипит. Ты стоишь, как ты мог? Ты столько времени потерял зря. Ему стыдно стало, посмотрите. Ты ж маленький говнюк. О, я надеюсь, они здесь падать не будут вниз. Это было бы неприкольно. Так, я могу еще чувака призвать? Нет. Хотя тут осталось, в принципе, чуть-чуть, да? И я смогу призвать 11-го. Толстячка. Мои толстячки. Тут уже третий уровень стены строят. Но, блин, не надо было, наверное, да? Да, не надо было. Надо как-то остановить эту стройку, которая здесь идет. Давайте ее остановим пока. Надо вот эти сначала сделать нижние каменные блоки поставить. А потом уже верхние.
убить. Окей. 6 чуваков здесь, да? Ну, давайте вас тоже отправим туда. Пускай все 8 работают. 7. Так, еще один. Еще один. Тебя тоже сюда отправляем. Давайте все очень быстренько сейчас в восьмером. Очень быстро, я думаю, они притащат сюда камни, сделают здесь стену. И все будет хорошо и здорово. Я надеюсь на это, по крайней мере. Здесь вот оказывается неровная земля, то есть вот здесь вот у нас идет как бы еще один левел. Вот, то есть они могут подойти и бить вот по вот этой стене. Это не есть хорошо. Так, постройка. Так, 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 все, и будет у нас третий левел стены, отлично. Применить, окей. Ты что там стоишь? Вот ты, вот что ты тут стоишь, Сумбра? Так, это отменить. Все, пускай они достраивают здесь третий уровень стены. Мы посмотрим, что у нас с арбалетчиком. Ему, видимо, что-то все-таки требуется, да? Веревка. 3 Iron God. Кокс. Мне, походу, нужен вот этот вот кокс. Я не знаю, что это такое. Может, это что-то здесь? Не вижу. Кокс. Так, ну, давайте глянем сейчас. Это у нас фонарь, может... Нет, фабрик роб. Нет, это не то. Здесь у нас что? Стекло, Iron Gods. Так. Может, что-то здесь? Да я думаю, наверное, вряд ли. Ловушка, мост, катапульта, баррел. Нет, здесь тоже ничего нету. Блин, а может быть просто арбалетчика еще не ввели? Может быть его еще... Ой, а что вы стоите все? Вам что, заняться нечем? Ой, блин, скоро на нас нападать будут. Скоро на нас будут нападать, а я сплю. Так, берем наших чуваков. 4 чувака. 5-й лучник. Так. Еще одного берем на мага. И 4-х берем, делаем из них рыцарей. Давайте, 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 ребята. О, я могу еще одного сделать. Отлично. Все, эти готовы. Еще 2 лучника. Давай, 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 успел. Тю, взял лук и все. Ладно, иди занимайся своими делами, короче. Не хочешь быть лучником, не надо. Так, не знаю, откуда будут нападать. Давайте сразу пойдем на вот эту стену. Будем ждать врагов оттуда. Номо. Пока никого не видно. Блин, они не с той стороны нападают. А что это? Один с той стороны, остальные с той стороны нападают? Ну, надо убить вот этого. Это какой-то здоровый. Он стреляет. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то как-то он какой-то жесткий. Надо отсюда вас свалить, короче. Так, берем тогда лучников, отправляем их на стены, пускай там гасят. Вот сюда, остановись куда-нибудь.
не проходишь. Да, вот так, ладно, все отлично. Так, вниз спускайся. А куда делся этот? Он, походу, пошел, наверное, в обход, мне кажется. А, один сюда все-таки вылез, да? Так, отходим. 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 А, вон он стоит, да. Стреляет, да, издалека? Ну да. Так, давай-ка сюда остановись. Гасимся, гасимся. А теперь давайте все по этому гасить. Ух, тяжелый черт. Все, убили, отлично. Но я никого не потерял, это здорово, это самое главное. Фух. Так, возвращаемся, ребята, сдавайте свое оружие. Блин, жалко нет кнопки, нажал, типа они сдали все оружие. Там, ну, и так далее. Ну да, такой кнопки, видимо, нет. Ладненько, сдаем тогда оружие хотя бы как-нибудь. Так, что нам делать? Копать надо. Надо копать, копать, копать и копать. А, выбираем, где у нас там. Туннель. И продолжаем копать. Вот туда. Окей, так, берем еще... А, ну, в принципе, пускай тогда один пока туннель будет. Как бы по ресурсам все нормально. Не знаю, что надо сделать, чтобы... получился арбалет. Без понятия. Возможно, мне не хватает стекла. Кстати, как вариант, у меня нету желтого вот этого вот ресурса. Может попробовать послать чуваков. Вот здесь вот он у меня валяется. Пока есть время, пока на меня еще никто не нападает, можно попробовать собрать вот этот весь ресурс, который тут валяется. Четыре человечка только сюда бегут. Почему четыре? А где остальные? Они тут все ломают. Все крушу, все сломаю. Давайте все сюда бегите. Надо быстренько собрать этот желтый ресурс и отнести его на базу. Новенького чувака у меня пока нет. Пока придется довольствоваться тем, кто у меня есть. Тем, что имеешь, как говорится. Да ты чё стоишь, блин? Тебя все ждут. Надо работать. Он стоит. Ну вот как это так? Да, блин, уже нападают вот эти, конечно. Это немножко жестковато. Они уже не такие легкие становятся. Так, ну здесь ресурсы носят, то есть как бы, я думаю, что здесь проблем не будет. Стокпаи заканчиваются. Вот не мешало бы, я думаю, сделать еще стокпаи. Так, построить констракт, стокпай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Ай-яй-яй, мимо. Вот этот убрать. Вот так вот поставить. Так, стокпай есть, готово. Применить. 2 минуты осталось. Блин, через 2 минуты будут ребят на меня опять нападать. Последняя атака была, ну... Скорее, непонятная она была. То есть я ее немножко не понял, что они от меня хотели вообще. Арбалет не делается. Не знаю, что надо для арбалета. Возможно, действительно, нужно просто 3 стекла.
И все, не знаю. Будем надеяться. Пока просто я не вижу себя... А, вот, есть два стекла. Вот, не знаю, когда появится третий, они отнесут его сюда или нет. Будем смотреть. Будем смотреть на все это дело. Так, одна минута осталась. Не знаю, сколько я продержусь волн. Все, это можно удалять место. Они успели, они молодцы. Все ресурсы собрали, которые были мне необходимы. Так, берем 4 чувака, делаем из них рыцарей. Все, 4 рыцаря есть. Далее, берем 2 чуваков, делаем из них магов. Еще вот здесь сколько у меня? 4 чувака. Берем, делаем из них лучников. И вот этого чувака одного берем. И здесь еще одного делаем из него лучника. Так, вот этих берем всех, отводим отсюда. Так, здесь по идее должно быть 5 лучников и 2 мага. Вижу одного мага. Чувак, ты че, блин? Ты должен стать магом. Не готово. Или в смысле, не понял. Чё-то он там, чё-то какую-то кашу он, по-моему, мелит. Так, ну иди скидывай, может час ты сможешь взять. Ага, всё, видимо, из-за того, что у него там в мешке было много чего, да, он... А, мага нету, все, я понял, мага нету. А лучник, может есть лучник? Нет, лучника тоже нету. Ладно, иди тогда занимайся своими делами. Здесь на палете, блин, рыцарей надо уводить. Рыцари не могут вот так вот просто нападать. Надо, чтобы эти ушлепандеры вылазили сами. И по ним гасили лучники. Красиво так светятся вообще, обалденно. Просто мега круто. Такие толстячки. Пузатики. Так, надо, знаете, что сделать? Немножко заскриншотить все это дело. Вот так вот. На превьюшке. Так, рыцари, а ну-ка отходите. Чё-то вы там, блин, непонятные вещи какие-то творите. Непонятные для меня. Лучники, вы давайте немножко ближе, да? Опа. Опа. Вот так вот. Все, давайте, короче, всей толпой. Как-нибудь там, я не знаю, на стены, не на стены. Вот так вот. И еще один остался. Сейчас его тоже добьем по-быстрому. И вот так. Все. Замечательно. Стены, конечно, наши тут рушат просто в наглую вообще. Так, лучников наших. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно как-то быстро их, допустим, скидывать? То есть быстро одевать их, быстро раздевать или же нет? Здесь еще один, да, тоже его отнесем. И вот этого мага тоже отнесем сюда. Стекло делается, да? Да, стекло есть, стекла много. Непонятно, почему-то у меня нет одного посоха для мага. Видимо, какой-то глюк может быть, да? Поэтому не сделали здесь вот одного лучника, не сделали мага, не сделали. Так, ну здесь как бы этот ресурс есть. Какого-то ресурса, короче, мне не хватает для арбалетчика. Друзья, напишите также тоже, пожалуйста, в комментарии. Могу ли я сделать арбалетчика? Как мне его сделать? Потому что я немножко не понимаю. Вот,
тут вроде все хорошо, только два дебила почему-то стоят и не хотят работать. Ну идите работайте. Так, ну, по ресурсам, да, тут как бы, в принципе, я делаю все, что могу. Тут то же самое. Растений опять нету, да? Это плохо, конечно. Надо бы подобывать растения, которые здесь где-нибудь есть поблизости. Так, Plains. Plains берем. И вот так вот примерно делаем. Хотя бы так, да? Пускай подобывать растения, которые есть здесь. А, вот здесь тоже, в принципе, есть растения. Пускай и их здесь тоже подобывают. Вот. Вот так вот. Тоже Apple и окей. Так, ну что вы там? Собираете? Собираете. Очень жалко, что нет арбалетчика. Очень жалко. Я бы хотел бы его сделать, но надо будет погуглить, как сделать арбалетчика. 2-2-2. Один. Угу. Один. А, тут лежит... Блин, оно как-то неправильно здесь лежит. Я понял. Вот здесь почему-то лежат стрелы. Один колчан, да? Его, их надо положить вот сюда. Вот. Здесь 2-2, здесь 2-2, 2-2. Все отлично. Просто, видимо, они лежали в разных местах. То есть вот здесь вот тоже надо, получается, взять вот эту палку и оторбанить ее вот сюда. Вот. Три мага теперь у меня есть. Обалдеть. Давай-ка ты возьми, наверное, вот эту доску. Отнеси ее на склад. Здесь вот тоже много чего валяется. Тоже это все надо бы взять и оттарабанить на склад. Давай-ка, неси, неси, неси. Неси маленький. Вот так вот. Тоже давай. Давай-ка... А, ты тут занят. Ну ладно, хотел, чтобы ты ему помог. Ну да ладно. Тоже бери. Так, пока у нас еще есть 2 минуты, давайте тут все почистим. Да, арбалет не делается. Там написано, что для него что-то нужно. Я не знаю, что. Кокс. Так, здесь все собрали, да? Вот здесь вот одна еще валяется деревянная плашка. Тоже ее надо забрать, я думаю. Поставить вот сюда хотя бы. Тут все хорошо, по растениям все хорошо. Давайте, может, немножко пособираем дерево. С камнем тоже, в принципе, все здорово. Может, как-то попробовать все-таки организовать какую-нибудь стену, чтобы она была нормальная, адекватная. Но я думаю, что стоит вот так вот пока все закрыть. Окей. Так, погнали. Блин, я бы еще поставил здесь вот этих вот башенек. Они, в принципе, помогают. Выручают, да? Надо их еще поставить, наверное. Тинс и... Тинс. Так, вот две сделаем. Будет нормально, я думаю. Нитяки. Так, и здесь тогда тоже две, да? Одна и еще одна. Две. Все, отлично. Башенки сейчас сделают. Стену доложат. Укрепят здесь все в плане камня. И все будет здорово. Так, скоро на нас нападут. Я забыл, блин. Давайте-ка, ребята, надо быстренько переодеваться. Так, по два. Два лучника здесь. Два лучника здесь. И два лучника здесь. Два... Мага здесь. Кто остался? Так, рыцари делаем. Один и еще один. Отлично, все, вот она наша войско. У нас еще один чувак с вами готов.
Делаем спаун воркер. Этих ставим куда-нибудь сюда. А этих давайте сразу вот сюда вот. На стену. Ну, пускай ждут. Я думаю, что каменные маленькие големы будут нападать отсюда, да? И здесь они получат сразу леща под зад. Ах ты ж, блин, зараза! Не с той стороны они решили на меня напасть. Но они... смотрите, эти отсюда все равно по ним долбят, да? Ну да, все равно долбят. А если мы поставим вот так стену, а здесь такую... реально, как бы, типа, башню, да, с которой они... ты чё, упал, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Друзья, давайте вы уходите отсюда, во. Уходите. Точняк, надо, короче, башню строить, друзья, надо строить башню, на которой я буду ставить... Ух ты, здоровенный какой. Здоровенный, реально. Это вот этот. Да, он весь уже в стрелах. А, ну все, отлично. А это вот мелкие. Их, в принципе, вырубают довольно быстро. Оп. И здесь тоже. Оп. Да, я понял. Короче, значит, нам надо строить с вами, получается, башню. Где будут сидеть наши стрелки. Вот, и строить отдельно вот такие вот просто стены, то есть, чтобы просто врагов держать. Опа, давайте теперь по этому. Опа, теперь по этому. Чё-то их здесь многовато. И вот по вот этому еще один остался. Маленький вонючка. Еще один. Все. Так, 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 уходите, уходите, уходите. Да, надо, короче, ух ты, мы одного, походу, лишились, да? Да, одного лишились. Ну, а, вернуть его невозможно. Чуть-чуть не хватило, на самом деле, чтобы одного вернуть. Хорошо. Чё-чё? Так, и магов тоже скидываем. Так, ладно, друзья, думаю, что на следующем выпуске мы тогда с вами сделаем башню, а может даже две, на которых будут сидеть наши лучники и маги. Вот, и также укрепим все стены. Так что не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайк. С вами был Корвит, мы играли в Castle Story. Это просто шедевральная игрушка. Все, друзья, всем пока-пока.